Не так давно я рассказывал про вот эту грабилку, которую поменял. Швейцаро-советскую поменял на эту. И меня спросили показать ее в действии. Показываю. Сегодня мне удобно снимать. Объектив. Надо было другую взять. Вот она. Ну, в принципе, работает она как обычная грабилка. Мало чем отличается от советской. Но она легкая. Ручка пластмассовая и теплая. Рука не мерзнет. И сколько я помню, в советской там ручка была маленькая. И натирали пальцы. Вот это вообще легкая. Ну, показываю, тут уже кто-то прошел. Но черник осталось. Сейчас я подсоберу немножко. Снимаю на фотоаппарат, поэтому мне не очень удобно. Вот. Допустим, я собрал. Переворачиваю. Не высыпается. Заглушка работает хорошо. Так. Опять начинается дождик. Меня он не радует. Так. Еще мент, про который говорил. Она легкая. Ну, я тогда сказал. И то, что зубья, они не заточенные. И пакет не рвут. Он лежит в пакете. Удобство в ней есть. Сейчас покажу, как сюда ягода высыпается. Хотя я набрал немного. Ладно, сейчас немножко что-то. Повторяю это видео для ответа на комментарии к ролику про комбайн ручной. За заслонки уже называется. Так, как теперь высыпается? Вот эту заслонку надо приподнять, наклонить. Все, высыпается без потерь. Причем заслонка, грабилка была не полностью забита. Вот сколько ягоды. Вот, надеюсь, видео разъяснит, что это такое.